Всем привет, снова я. И сегодня у нас быстрый обзор на отдых в Египте, в Хургаде. И мы в отеле Пик Альбатрос. А сзади меня находится отель Пик Альбатрос Аква Виста. А с этой стороны Пик Альбатрос Аква Блу. И чуть дальше находится Пик Альбатрос Аква Парк. Сейчас попозже все покажем. Все три отеля рядом. Все очень удобно, все классно, и самое главное, если вы живете в одном из этих отелей, вы можете пользоваться услугами всех трех отелей. И рестораны, и бассейны, и аквапарки, и пляж еще четвертого отеля. Все здесь. Давайте посмотрим. Сейчас я вам покажу отель Аква Виста. Это один из трех отелей. Мы живем в Аква Блу, рядом с нами с правой стороны отель Аква Виста. Погнали. Все они. Да, здесь есть у них теннисные корты. Это все часть. С левой стороны у нас рестораны, наверху у нас лаунж-зона. Кстати, пойдем наверх посмотрим. Чиллаут 18+. Все, погнали дальше. Погнали. Здесь есть платный ресторан, в котором можно бронировать и кушать. Погнали. Так, ну что, пройдешь вот так вот насквозь? Газички. Здесь у нас ресторанная зона, получается отель Аква Блу. И вот уже с правой стороны начинается следующий отель, который называется Аква Блу. Это был Аква Виста, следующий отель Аква Блу. И можно, получается, между ними передвигаться. Здесь такой бассейн, более тихий, спокойный. Пойдем вот так пройдем. Thank you.
борт-бар, в котором есть настольный теннис и бильярд. У каждого свои фишки. Здесь, например, такие ступенечки. Посидеть можно. Есть еще один бассейн. Прыгать нельзя там. Пусть какая-то. Конкурс. Музыкальное шоу программа обучает танцы. И все получается вот отсюда уже. Вот отсюда уже начинается следующий отель, это отель Акваблу. Мы живем в одном из таких корпусов. Где-то здесь. Погнали. Вот там есть олимпийский бассейн, но он платный, примерно 10 баксов, но мы не стали им пользоваться, и так бассейнов хватает. Погнали. Yeah.